Пишем на RX-505, винил, Sanremo 85, вторая пластинка, аппарат отремонтированный, настроенный, и, что редкость, с идеальными головками, без спада по отдаче во всем диапазоне. Точно настроил его на этот тип. 2 Sound Breeze Sierra 90 лента. В свое время популярная была. Написано Soda Nikka of Japan. Ну, возможно, японские корни имеет эта лента. Настроил на нее. Буду писать блок этих кассет с итальянскими песенками. Прослушиваем ленту, запись, диск, RX-505E. Это самая сложная однонаправленная автореверсная кассетная дека фирмы Nakamichi. Выпускалась в 80-е годы, насыщена функциями, имеет 3 головки раздельные, дискретные, фирменное отличие, всевозможные функции для записи, включая фильтр инфранизких частот, MPX-фильтр, раздельная регулировка по каналам уровня записи, регулировка уровня воспроизведения, регулировка тока подмагничивания, плавная для записи, пропуск пустых мест, поиск паузы, всевозможные таймеры, режимы автореверса и так далее. Насыщенная дека. И, что большая редкость, это отличные головки. Заслушивают их, заезживают, но этому экземпляру повезло спустя много лет. Немного шаманства, конечно, без него не обошлось, но все в пределах приличий, и дека просто восстановлена в своих технических характеристиках. Подстроен тракт, заменены все расходники на те, которые купить невозможно, новые высшего класса, обеспечивающие паспортные штатные характеристики. Отличный аппарат получился. Лента.
лента Chrome Sound Breeze CR90, новенькая, позволяет отлично записывать, делать точные копии виниловых дисков с небольшим шумом. Практически незаметным на фонограмме. И приобщиться таким образом к хорошим музыкальным произведениям. Сейчас уже так не поют душевно. Лента. Come sei vecchio, dai che scherzo, non sei cambiata affatto, sì però, dimmi almeno che la pensi come ti dirò, e se ti senti veramente un amico, non tradirmi mai, e se hai qualcosa dentro il cuore da dirmi. Faccio un brutto sogno, non mandarmi a quel paese se ti telefono. So che è dura lasciare la propria città e la paura di ritrovarci troppe novità che ti fanno male. Sei lo stesso, o non sei quello che eri tempo fa, e se ti senti veramente un amico, non scordarmi mai, e se hai problemi che ti sembrano assurdi, non tenerli tuoi, però stammi accanto sempre ogni volta, e soprattutto se ti sento giù, quando va la vita tutta storta. Una notte pronta a trovare la svolta se cominci a sentire. E se ti senti veramente un amico, non tradirmi mai. Se tu ti senti чего и нужен кассетный магнитофон на Камичи, чтобы с шикарным качеством копировать аналоговую запись в аналоговом формате. А это высококачественная запись. Лента. Thank you.
великолепному качеству звучания фирменных. На комичи дек прибавляется еще и удобство реверса. Это великолепно. На этом все на сегодня.